Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее стихотворение называется «Без остановки». На календаре уже ноябрь, но на дворе сияет лето. Скоро ступит на порог декабрь, только я не думаю об этом. На столбе качается фонарь, замерзают на рассвете кочки. И очередной вдруг календарь, только стартовав уж близок к точке. Времени бег так неутомим, или за часами успеваем. А куда же с вами мы спешим? Мы порой этого не знаем. Вот уже почти окончен год. Для снеговиков берут морковки. Время все торопится вперед. И, увы, не знает остановки. Спешите за временем, друзья. Оно пролетит. Даже не заметишь. Ловите моменты. Спасибо.